3000 лайков на этом комментарии. Ребят, ну не я же порчу фандом однозначно. В общем, рассказываю, что было на свадьбе Кнайфа и Курасана. Долго я разбиралась, кто из них альфа, кто из них омешка, но фату я одела все-таки Кнайфику. На свадьбу пришли все обжигты. Все бы ничего, но когда священник спросил у зала, кто против этой свадьбы, вскочила лампочка и сказала: «Кнайф – это мой муж!» Вы об этом знали? Ну ты и порчишь фандом однозначно. Во-первых, что это за странные омешки? Так получится, что лампочка и Кнайф геи. Во-вторых, свадьба геев. В-третьих, что это за фанфики? И в-четвертых, кто был священником?